В отличие от блюд китайской кухни, обладающих насыщенным и ярко выраженным вкусом, тайваньские блюда знамениты своей легкостью и свежестью, а главные способы их приготовления – это предварительное обжаривание ингредиентов с луком и чесноком в небольшом количестве жира и быстрое обжаривание. Тайцай – это сен, мэй, я. Мы очень много菜, 台湾的味道一定要有, 但是呢, 给它美化起来。